Мама, папа, я счастливая семья. Ты так красиво рисуешь, детка. Умница. Доставка шариков. Что? Тебе пора лететь, приятель. Но так нельзя. Детка, ну вот, место свободно. Мам, мамочка, папа улетел. Теперь у тебя новый папа. Это же я, точно. Привет, дорогая. О, нет. Десять из десяти. Я самый меткий стрелок. Ужас. Смотрите, что у меня есть. Билеты в аквапарк. Обожаю аквапарк. Я возьму вот это. И вот это, и еще вот это. О, нет. Что? Это же мамина любимая ваза. Иди-ка сюда. Легкий макияж. Вот так. Что тут произошло? Это сделал. Это все она. Нет, это он. Я не виновен, как ангел. Ребята, помогите разобраться, кто разбил вазу, Сандра или Рэй. Напишите в комментариях. Ну все, для тебя аквапарк отменяется. Но так нечестно. Мелкий лузер, я соберу вещи. Нет, ты тоже не идешь. Убери здесь все, а я пойду в аквапарк сама. Но, дорогая... Кого еще принесло? Привет. Тебе чего? Сегодня отцовский день. Ладно, заходи. Детка, что случилось? Почему ты плачешь? Мама запретила мне идти в аквапарк, а я не виновата. Это все противный отчим. Отчим разбил любимую вазу вашей мамы и свалил все на вас? Да. Из-за этого мама запрещает вам идти в аквапарк? Да. Тогда набор «Аквапарк» собери сам специально для вас. Закажите набор по телефону, который вы видите на экране. Звоните нам прямо сейчас, чтобы не звонить прямо потом. Папочка, скорее! Это то, что нам нужно. О, прекрасно! Записываю номер. Ага, окей. Мы построим аквапарк. Юху, я так рада! У нас будет свой аквапарк! Звоните мне в любое время. Чего же ты ждешь? Заказывай скорее. Одну минутку. Сейчас я им позвоню. Алло, вы хотите заказать набор для аквапарка? Мы доставим его вам сегодня же. Ждите. Спасибо большое. Это они. Сейчас открою. Привет. Вот ваш набор для домашнего аквапарка. Удачи. Окей, спасибо. Вот и наш аквапарк. Юху! Что там внутри? Давай, открывай скорее. Вау! Тут потрясающая пустота. Ничего нет. Это какая-то ошибка. Давай посмотрим все коробки. Ничего, там везде пусто. Подожди, может в этой? Нас обманули, мы не сможем построить аквапарк. Ну почему же? Мы сделаем аквапарк сами. Да? Из картона. Нет. Детка, хватит плакать, идем, я кое-что тебе покажу. Ну что там? Закрой глаза, это сюрприз, тебе понравится. Одну минутку, не подглядывай. Что? Лучший аквапарк в мире! Та-да! Нравится? Да! Это будет наша табличка у входа. Ее нужно раскрасить. Подожди, надень перчатки. Дай пять! Погнали! Фух! Чего-то не хватает. Вырежем цветы. Я рисую, а ты вырезаешь. Конечно! Прошу. Ну как? Вау, то, что нужно. Фух. Дай пять, детка. Это только начало. Пап, ты куда? А вот и он. Пап, для чего это? Это наш будущий бассейн. Но сначала переоденемся. О, да. Ауч! О, папочка! Держи карандаш! Защищайся! Я вызываю тебя на дуэль!
О, я ранен в самое сердце. Отличный удар. А теперь за работу. Начнем вырезать. О, пап, смотри, я кое-что придумала. И что это? Бортик для бассейна. Отличная идея. Сделаем его повыше. Класс. Приклеим все очень ровно. Пап, что это? Бортик должен быть ниже. Ты права. Вот так. Отлично. Я сделаю двойной бортик. Прекрасно. Фух. Пап, держи картонную плитку. Точно, я выложу верх бортика. Та-дам! Еще не все. Нам нужны шарики. Гениально, засыпай их внутрь. Все? Больше нет? Ну все, я буду нырять внутрь. Стоп, нужно переодеться. Окей. Вау, бассейн, это круто. Ну все, можно плавать. Оу, холодная. Вау, как хорошо. Все, детка, идем. Эй, а ты здесь откуда? А что? Кто первый сел, тот и успел. Ну ладно. Проваливай из моего бассейна. У меня для тебя будет маленький сюрприз. Пиранья. Плывите, мои рыбки. Что там? Кто это плавает? Сейчас. Моя рука! Бассейн жути! Беги, беги! Детка, ты уже здесь. Ну что, запрыгивай в бассейн. Вперед! Пап, но этот бассейн не закончен. О чем ты говоришь? Смотри. И что? Это бассейн, и у нас бассейн. Но тут везде есть горки, видишь? А, так вот в чем дело. Значит, и у нас будет горка. Да, спасибо, папочка. Я займусь чертежом. Я гений инженерной мысли. Главное правильно высчитать углы. Это слишком долго. Вдохновлюсь природной формой улитки для моего творения. Я справлюсь сама. Начало положено. Мой чертеж готов. Моя горка построена. Прекрасная работа, детка. Я так и планировал сделать. Прокатимся с горки. Давай. Поднимайся наверх, только аккуратно. Прощай, горка. Ну же, давай, быстрее, тупая картонная пила. Давай, детка, вперед. А он что здесь делает? Я не знаю. Смотрите, там дракон. Ахаха, лузер. Я вам еще покажу. Папочка, я хочу пить. Сейчас я все организую. Вот так, отлично. Пап, что это? Одну минутку. Сейчас тяжело идет. Детка, помоги мне. Ребята, пожалуйста, скорее поставьте 10 тысяч лайков этому видео, чтобы папочка смог вытянуть коробку. Спасибо. Я уже чувствую себя сильнее. О, да. Вот и наш бар. Мы открыты. Что вы будете заказывать? Я хочу вкусный летний освежающий коктейль. Одну минутку. Оу, чего-то не хватает. Кажется, я забыл поставить в баре напитки. Но это легко исправить. Вот мои бутылки и стаканы, и лед. Все готово. Одну минутку. Привет, мне нужен один вкусный летний освежающий коктейль.
Конечно, будет сделано. Я подожду. Уже готовлю. Прошу, ваш коктейль. Спасибо. Ну и жара. Детка, вот твой коктейль. Очень вкусно. Это что, бар? Чем могу помочь? Сделайте мне коктейль. С вас $3. Ого, дорогой бар. Ладно, держи 5. Вот ваша сдача. Что? Картонные деньги? Ну ладно. А какой коктейль вам сделать? Самый вкусный и освежающий. Сию секунду. Сироп. Табаско и острые бобы. Хорошенько перемешаем. Ахаха! Освежающий коктейль готов. Спасибо. Давай, пей до дна. Пожар во рту. Дайте мне воды, скорее. Вода $2. Вот, держи. Это картонные деньги, а мне нужны настоящие. Но ведь ты сам. Ладно, вот, держи 5. Они настоящие? Воды, умоляю, дай мне попить, скорее. Что? Ты издеваешься? Заходите к нам еще. Скорее, молоко. No reaction. Это тебе, детка, поиграй, а я скоро вернусь. Попрощайся со своей уточкой. Моя уточка! Больше она не будет плавать. Ха-ха-ха. Детка, что случилось? Отчим убил мою утку. Негодяй, но я знаю, как это исправить. Вот твоя новая уточка, нравится? Но она слишком маленькая. Не проблема, сейчас она вырастет. Что? Я ее надую. Вау! Ну вот, держи свою утку. Здорово. Что за... Вы уже надоели мне со своим картоном. С этим надо покончить раз и навсегда. Смотри. Моя пушка, она заела. О, отличная идея. Спасибо. Лузер. Это будет удобный шезлонг. Вот и ножки. Ну же! Что? За наш семейный отдых! Держи свою водную пушку! Спасибо, пап! Объявляю водные битвы! Пиу-пиу-пиу! Ну все, вам конец! Я так не думаю! Что? Прекратите! Откуда у вас вода? Это же картон! Что? Ахаха! Офицер, это преступники! Арестуйте их! А за что? Это частная собственность, они нарушают порядок. Тогда немедленно покиньте частную территорию, или я вас арестую. Ладно, детка, мне пора идти. Прости, что так вышло, и что я не смог сделать для тебя твой личный аквапарк. Это и есть лучший аквапарк в мире. Там, где я с тобой. Это был прекрасный день. Ты самая лучшая дочь на свете. Ох, как мило. Ты чего? Следи за порядком. Да, покиньте территорию немедленно. Я выиграл. Наконец-то аквапарк мой. Что? Только не дождь. О, нет. Весь аквапарк испорчен водой. Проклятьем! О, макарошки! Эй!
На ужин будет паста. Нет, нет, нет! Мой папочка! Держи, это несъедобно. Моя открытка испорчена. О, дорогая, попробуешь пасту? Мамочка, он испортил мою открытку для папы. Что? Я? Нет, я просто сварил пасту. Он украл мои макароны с открытки. Нет. Эй, ребята, кто говорит правду, она или он? Напишите ответ в комментариях. Вот, попробуй мою пасту. Это очень вкусно. Но почему меня никто не слушает, детка? Я тут ни при чем. Вот, принеси вкусняшки и помирись с ней. Я хочу поговорить со своим папочкой. Привет, пап! Привет, детка. Как дела? Как ты? Что здесь происходит? О, хочешь батончик? Это для меня? Ням-ням-ням. Конечно. Будешь? А, нет, не будешь, потому что я вся съем. А ты приберись в комнате, я запрещаю компьютер, пока ты не наведешь порядок. Но я говорю с папой. Потом поговоришь. Ну все. О, да. Что он задумал? Это самая надежная блокировка экрана. Теперь ты его не откроешь. Ха-ха-ха, лузер! Так нечестно! А кого это принесло? Кто там? Эй, сегодня день отца, открывай. Вот неудача. И как мне избавиться от этого лузера? Есть идея. Добавим испарину, идентичную натуральной. А что тут происходит? Прости, я заболел. У нас карантин. Видишь, это серьезно. А как же моя дочь? О, я передам ей все сладости. Можешь не беспокоиться. Пока-пока. Спасибо, что заглянул. Сколько вкусняшек. Папочка! Привет, детка. Заходи, только тихо. Идем в мою комнату. И чем займемся? Давай играть. Устроим показ мод. Ну окей. Ура! Ты будешь дефилировать в нарядах, а я буду ставить тебе оценки. Переодевайся. Окей. Та-да! Бонжур, ваше сиятельство. Что скажете? Это на троечку. Буэнос диас. 4 балла. А так? Это 5. Обожаю Венсдей. Думаю, мне идет это платье. А что это там за звуки? Тише, отчим идет, прячемся. Что тут происходит? Я слышал чей-то голос. Монстр из шкафа! Какой пугливый. Дорогая, спаси меня, там монстр! Он такой страшный, я его боюсь! Идем разберемся. Вот он был здесь. Такая жуткая гора одежды на ножках. Ты его не видела? Не знаю, о чем бы. Как в моих ночных кошмарах. Огромный и злой. Тише, дорогой. У тебя снова жар. Идем, тебе нужно отдохнуть. Ты это видела? Отличный пранк, детка. Пап, мне скучно. О, давай поиграем в прятки. Ты считай, а я прячусь. Где же мне спрятаться? Под диваном? Не мой размер. Шкаф? Слишком очевидно. О, кресло-мешок. Тут она меня точно не найдет. Папочка, я иду искать. Куда же он спрятался? Ага, под диваном. Что-то потеряла, мелкая. Кыш отсюда. Я тут буду смотреть кино. Ну вот, из-за тебя все разлилось. Проваливай, пока я добрый. Все вылилось. Еще и диван мокрый. О, сяду в кресло. Что? Вот так, хорошенько его разомнем. Можно поаккуратней. Стоять, кресло, я сажусь. Привидение! О, и щекотно, и страшно! Мамочки!
Дорогая, это оно. В нашем кресле живет привидение. Оно схватило меня. Не веришь? Проверь. Здесь? Получай, гадкий призрак. Вот тебе. Ну и кто теперь главный? Посмотрим на тебя. Дорогой, ты знаешь, что делать. Но здесь точно был призрак. Она мне не верит. Как я одолею призрака пипидастром? Тише, охотники за привидениями уже здесь. Что? Ни слова. Дайте мне сделать мою работу. Детектор выявил опасного призрака прямо за шторой. Да не кричи, так ты его спугнешь. Подержи и не мешай. И не высовывайся, это опасно. Эй, призрак, прячься. Поняла. Пиу-пиу-пиу, тра-та-та-та-та-та-та, пиу-пиу, тра-та-та. Второй акт. Пиу, вы меня за дурака держите? Что это за шоу? Хватит ваших игрушек, сделай с ним что-то, иначе я буду жаловаться вашему менеджеру. Что это там? Давай, стреляй из всех своих пушек. Чего стоишь? Деньги вперед. Ладно, бери все, что есть. Окей. Давай, действуй. Пиу. Ну вот, призрак уничтожен. О, спасибо, бро, ты меня спас. Честь имею. До новых встреч. Дорогая. Не сейчас. Я вхожу в нирвану. Окей. Парни, собираемся у меня смотреть матч. Юху! Наш чемпион! Чикаго Буллс! Чикаго Буллс! Юху! Юху! Да! Давай трехочковый! Веди мяч, забрасывай! Да! Эй, что они там себе позволяют? Пиши дальше, детка. Папочка, я не могу делать уроки. Они слишком громкие. Я разберусь. Давай, давай, давай! Прекратите кричать. В соседней комнате ребенок делает уроки. Да проваливай ты со своей учебой! Да отстань ты уже! Я вам такое сделаю. И что ты сделаешь? Я? Я? Да я. Все, кто знает, сколько трижды три, поднимите руки вверх и качайте в ритм. Все, кто знает, сколько трижды три, поднимите руки вверх, вы. Да о чем он говорит? Это простейший пример, друг, но никто из вас не поднял вверх рук. Это простая арифметика, ведь посчитать на пальцах могут даже дети. Раз, два, три и четыре. Друг мой, нужно мыслить шире. Если ничему не учиться, можно просто в канаву скатиться. Вы все слишком громко хохочете, вы все мешаете дочери. Ну-ка быстро здесь все убрал, матч окончен, я все сказал. Вау, респект, бро, ты прав, образование это важно. Прости, мы уже уходим, ты крут. Ты влип в неприятности, парень, я этого не прощу. Но сегодня день отца, что ты пристал с этой бумажкой? Что здесь произошло? Сегодня мой законный день отца. Вообще-то уже поздно, и день отца официально завершен. Уходи. Ладно, спокойной ночи. Что ты тут решаешь без меня? Пока, детка. Мне уже пора. Я тебя люблю. Увидимся в следующий раз. Есть одна идея. Ты, наведи здесь порядок, а мне нужно в магазин. Да что я ей сделал? Детка, я в магазин. Скоро вернусь. Пока, мамочка. О, ты еще здесь? Да вот, жду лифт. О, прости. Проходи, ты первая. Отлично. Теперь нужно успеть. Никого нет. Стоять, лифт.
Что это? Кажется, лифт поломался. Я попытаюсь его открыть. Ну да, конечно. Сил не хватит. Я вызываю подкрепление. Алло, дорогой, я застряла в лифте. И не одна. А кто там с тобой? Твой бывший муж? Я уже бегу. Дорогая, дорогая, ответь. Я уже здесь. Сейчас, не бойся, я тебя освобожу. Дорогой, я тут. Скорее помоги. А это что в моей сумке? Цветы? О, спасибо. Держи бокалы. И скатерть. Это я. Мне нужно больше сил. Фух, не выходит. Подушки? Откуда? И даже столик. Я понятия не имею. Кажется, я знаю, что делать. Уже бегу, дорогая. Откуда все это? Ни слова больше. За нас. Кто там еще? Прошу прощения, вы забыли меня достать. Присаживайся, дорогая. Отлично. Теперь я смогу открыть двери. И добавить еще больше романтики в этот лифт. Вау, как красиво! Что тут происходит? Оу, я застрял, помогите! Да тише ты! Простите. Детка, мы снова вместе. Мамочка, папочка, как я рада. Тебе пора спать, идем. Спокойной ночи, детка. Спи сладко. А у меня есть вкусняшка перед сном. Больше никакого шоколада, только полезные яблоки. Окей. Но я не буду спать. Ауч! Мой зубик! О, нет! О, да! Я стану богатой! Спасибо, яблоко! Зубная фея, неси мне свои деньги! Миленький молочный зубик. Заработал. Он наш! О-оу. Тише, крылатая, твоя рабочая смена окончена. Этот зуб заберем мы. Он должен быть где-то здесь. Нужна моя помощь? Леди Баг! Привет, мальчики, поиграем? Йо-йо. Она меня сделала. Сладких снов. Хватит задымлять воздух. Так нечестно. Бедный котик, не любишь пылесос? Ну все, ты получишь, букашка. Ауч. Оу, моя голова. Оу, моя любовь. Самое прекрасное создание на планете. Я тебя люблю. Привет. Спасибо за ее. Нам уже пора, приятель. Идем. Иди домой. Она самая великолепная девушка. Божья коровка мечта. Фух, с этим надо что-то делать. Я люблю каждую твою черную точечку. А твои пурпурные хвостики сводят меня с ума. Эй, приятель, очнись. Ты совсем спятил от этой любви. Леди Баг, а? О, моя любовь.
Нет! Вот, мое сердце принадлежит тебе. Это книга моей любви. Я сделаю для тебя любовный алтарь, моя леди Баг. Ты моя богиня. Кэтнэп, что ты творишь? Я влюблен. Может, это какой-то любовный приворот? О, тебе нужно поесть, друг. Вот, ешь свой любимый кошачий корм. О, леди Баг. Ты здоров? У тебя жар. Что? Это жар любви. Ладно, кот. Смотри сюда. Вот наша миссия. Помнишь? Детские зубы. У леди Баг такие красивые зубы. Идем. Смотри, наш коварный зубной план. Забрать зубы у детей и отдать их всем беззубым животным. Ну же, Кэтнэп. Приди в себя ради всего не святого. Люблю, люблю, люблю. Я люблю Леди Баг. Да хватит уже, прекращай. Ауч. Что? Это наглая букашка. Я ее уничтожу. Идем за зубами. Кэтнэп, ты вернулся. Хватит сюсюкать. Идем и заберем детские зубы. Вперед. Ура! О, игрушка. Стой, ты куда? Подойди поближе, деточка. Бу! Привет! Держи ее крепче. Отличная работа. Оу, снова эти герои. Бездомное животное, отдайте нам ребенка. Меня укачивает. Оу, ауч. Свобода. Оу, это было больно. Прости, друг, я случайно. Моя голова. Леди Баг, любовь моя. Обсудим план. Ты берешь собаку, а кот на мне. А кто это с тобой? Мур-мур-мур, мой сладкий котик. Убери от нее свои лапы, облезлый кот. Нет, Дог Дэй, я сам с ним разберусь. Ну все, пора их разнимать. Хватит, мальчики. Это твое. Поцелуемся. Забирай своего кота и верни мне моего. Сразимся, пес. Леди Баг, вперед! Леди Баг, ты лучшая! Леди Баг! Что? Ты на чьей стороне, бро? Упс, прости. Отдохни, букашка. О-оу. Да, деточка, ты отправишься в мешок. О, нет. О, да. Пожалуйста, не надо, я не хочу в мешок. Знаешь, окей, если это видео наберет 50 тысяч лайков, то я отпущу тебя. Ребята, пожалуйста, скорее поставьте 50 тысяч лайков. Вот так. Поехали домой, друг. Леди Баг, о нет, мое сердце разбито. За ними, в погоню. Помоги, я застрял. Ну ладно. Мяу. Это мое место. Уже ухожу. О, Леди Баг, я не успел с ней попрощаться. Ты мне надоел, Ромео. Какой там кот? Не подглядывай, вернись в мешок, а ты вернись в сознание. Моя Леди Баг, она так прекрасна. Фух, я устал. А что тут происходит?
Я докажу ей свою любовь, и когда-нибудь у нас будут дети, милые котята леди Кэтнэп. Что? С тобой все понятно. Займемся зубами. О, мы будем кушать? Ага, нет. Присаживайся. Зачем? Сядь и молчи. Массаж ускорит выпадение молочных зубов. О, мне нравится. Так приятно. Хочу еще. Зубы не выпадают. Проклятье. Хватит массажа. Я знаю, что тебе нужно. Покушать? О, да. У меня как раз есть круассан. Нет, этот слишком мягкий. Вот он. Ауч. Старый твердый круассан. Идеально. Как вкусно. Что? Но как? Что же делать дальше? Бежать. Может, выбить их кирпичом? Пока. Что? Ты куда? Здесь кот. Но я его не помню. О, ребята, привет. Напишите в комментариях код от двери, пожалуйста. Ты не убежишь. Где она? О, моя любовь, ты пришла. Что? Ну все. Ауч! Что ты делаешь? Приглашаю тебя на ужин. Выпьем по бокалу молока. О, спасибо за помощь. Да чтоб тебя! Точно, ваза. Как раз для твоих цветов. Какая красота! Хватит! Позволь пригласить тебя на танец. Что происходит? Потанцуем. А что вы делаете? Привет, ребята. Ауч, моя голова. Ты подлая букашка. Ага, я все поняла. Нет, стой. Моя любовь, Леди Баг. И кто теперь влюбленный котик? Ты проиграл, пес. Не совсем. Леди Баг. Ауч. Я тебя уничтожу, букашка. Берегись. Это было больно. Леди Баг, Леди Баг. Ты моя любовь. Одну секунду. Вот, нюхни перцу, дружок. Уничтожу. Моя любовь. Чи! О, мой зуб выпал. О, да. Моя прелесть, он мой, не отдам. Пока, лузеры. Отдай, не отдам. Дурной пес, ты упустил наше сокровище. Блохастый тупица. О, что это упало с небес? Подарок богов? Где он? Где мой зуб? Ты в порядке? Придется перерыть мусорку. Ну где же ты зуб? Нашел. Это мое. Я первый нашел. Отдай. Жизнь на помойке, отстой. Ладно, забирай себе рыбьи кости. Я нашел кое-что повкуснее. О-о. Меня ждет отличный ужин. Одну минутку. Разыскивается, помни. Что? Нет, тут никого нет. О-о. Привет, ты не видел, помни? Нет, понятия не имею, о чем ты. А это что? А, это урчит мой живот. Видимо, консервы были просрочены. Вот, сама понюхай. Фу, ну и гадость. Ты еще там, крошка? А-а-а. Отлично. Поехали домой. Что это? Опять тащишь в дом всякую гадость? Терпение, сосед. Посмотри, кто внутри, это помни. И что с того?
Украдем прекрасные зубки, помни. Отличный план. Приветик. Что происходит? О, добро пожаловать к нам в дом. Теперь это и твой дом тоже, так что устраивайся поудобнее. Ты проголодалась? Хочешь поесть? Вау, это все мне? Ешь, ешь, не стесняйся. Бери еще шоколадку. Давай, 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 еще. Я больше не могу есть. Нет, можешь. Еще одно пироженка. Не буду. Нет, будешь. Нет, я наелась и уже хочу спать. Что? Спать? Зачем? Почищу зубы. Нет, 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 только не это. Мы не чистим зубы. Никогда, это скучно. Но не чистить зубы после сладкого – это вредно. Нет. Серьезно? Не нужно чистить зубы? Ребята, вы самые лучшие. О, да, мы такие. Отпусти, задушишь. Эй, привет, ребята. Напишите в комментариях, как зовут вашего питомца. Я что-то учуял.